Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральца. Сегодня я делаю очередной обзор про сорта винограда, которые растут на нашем участке. И сегодня мы поговорим о рабочих лошадках, которые, несмотря на погодные условия, несмотря на какие-то катаклизмы, опыление, ежегодно нас радуют своим урожаем. Тут есть, конечно, относительные новинки и, конечно же, проверенные старые сорта. Я от них не избавляюсь. Основной критерий, почему они сюда попали, это их стабильность из года в год. Ну давайте сейчас подробно обо всем и поговорим. Итак, поехали! Кстати, если вам интересны черенки винограда, то ссылки на электронную почту оставлю внизу, в описании есть, и во вкладке о канале тоже ее найти можно. Пишите, для удобства сорта буду называть по алфавиту, ну и, конечно же, говорить их основные плюсы, почему именно они в нашей коллекции. И начнем мы с такого сорта, как Аркадия или Настя. Я вот считаю, этот сорт должен быть обязательно на каждом винограде. Сейчас его относят почему-то к старым, устаревшим сортам и начинают массово корчевать. Но такой вот альтернативы даже из новинок до сих пор нет и не существует. Зачем это делать, я не понимаю. Объясню, почему Аркадия есть и будет всегда в нашей коллекции. Во-первых, у нее стабильная урожайность. Вне зависимости от того, как вызрела лоза, а в наших северных условиях бывает там на одну-две почки всего лишь вызревание, у нее всегда урожай. Потому что плодоносная у нее вот прям самая первая почка. К тому же, если лоза вызрела, почки хорошо вызрели, то грозди будет килограмм и более. Ну а как у нее растет лоза, то прям вот картинка. Ровненькая, красивая. Если ее не пригрузить, всегда вызревает, всегда у вас на следующий год будет урожай. Вне зависимости от того, какие были условия. У нас бывает и вымерзает лоза, но все это Аркадии не касается. Это вот самый такой стабильный сорт. Самое главное, это сорт можно однозначно рекомендовать начинающим. У начинающих точно он должен быть однозначен. Потому что по большому счету с ним никаких проблем нету. Нормировка элементарная, урожайность стабильная. Поэтому этот сорт беспроблемный однозначно есть и будет на нашем участке. Белое чудо или песня. Опять же, забытый и незаслуженно заброшенный сорт или гибридная форма очень давно известна. И на нашем участке она, опять же, с самого начала, и никуда ее убирать не собираюсь. Почему? Потому что, опять же, с ней особых каких-то проблем нет. Плодоносные первые почки, вызревание лозы идеальное всегда. Вызревает даже в наших северных условиях практически до самых макушек. Закладывает соцветия и ягоды огромнейшие. Здесь как раз именно такая проблема, чтобы ее не перегрузить. Если нет перегруза, то мякоть, ягоды, грозди, все будет огромное, стабильное и хорошее. Если же имеет место перегруз, как и у большинства сортов, то мякоть становится такая жидковастая, ягодки меньше, грозди меньше. Это все элементарно и просто. Единственное, я считаю, за что ее забыли, это ее немножко зеленый цвет. Даже при полном созревании она редко бывает желтого цвета, но в лучшем случае белая. Это из названия даже видно. Но нас это никак не останавливает. Я не считаю, что это какой-то недостаток. По крайней мере, такой сорт ранний на каждом участке должен быть. Виктор, ну или Преображение, юбилейную Черкасска. Вся эта тройка Крайнова, одна из проверенных, одна из стабильных, одна из красивейших, даже несмотря на то, что они уже давным-давно известны, виноградов. Конечно, и за красоту ягоды, и за ее размеры, за окрас, если он удался, не зеленый, а вот именно получилось свою такую вот розовинку фирменную, то ну тут вообще никаких вопросов нет. Это, конечно же, один из лучших есть и в будущем однозначно останется сортов, которые каждый виноградарь так или иначе может говорить, что у него одни новинки, а вот для себя чуть-чуть оставить, наверное, так и делают. Забава или черная лора. Это тот виноград, опять же, который всегда стабилен, всегда урожайный. Первые почки у него плодоносные, то есть, вне зависимости от каких-то условий, будете с урожаем 100%. Не зря она называется черной лорой, очень похожа на лору, только такого синего или черного цвета. Лоза у нее вызревает отлично. Грозди не всегда, конечно, вот все ровные, есть и по 600 грамм, и по килограмму. Но, если, опять же, вам не хватает нагрузки, возьмите две грозди на побег, она спокойно их тягивает, и получите тот же самый килограмм, чуть больше одного побега. Тут я проблем особых. Единственное, что вот есть, если заливной год, она может трещать. Но опять же, в заливной год практически все сорта трещат. Просто забава трещит, наверное, побольше всех. Но мы уже давным-давно нашли к ней подход. Держим в августе месяце под кустом влажную землю. Не переливаем, а вот именно
влажным, чтобы если пошли сильные дожди, вот такого вот резкого потока влаги к ягодам не было. По крайней мере, куст будет привычен к влаге. И такого вот резкого растрескивания, что прям в хлам все грозди, ну, давно уже у нас нет. Одна-две ягодки, да, в грозди бывает. Иногда и этого не бывает. Но это нужно знать, это нужно понимать и работать с этим. И тогда проблем с этим сортом я никаких не вижу. Зоренька. Это тоже относительная новинка, но с первым же плодоношением она прям сразу же бах и попала в сердце. Это вот преображение, может быть ягодка у нее чуть поменьше, но срок созревания ранний. Сразу же идет за ультраранними сортами. Вкус ягоды у нее, говорят, гармоничный, но он опять же непростой, у нее свои привкусы. А самое главное, у нее плотная хрустящая мякоть. И вот это вот вышеперечисленными свойствами прям вот супер. Когда с таким окрасом видишь ягодку, слюни бегут, начинаешь пробовать, и это тот случай, когда все твои ожидания прям вот на 100% или сбывается, или даже она по вкусу лучше, чем твои ожидания. Классная штука, однозначно считаю, как ранний сорт должна быть на каждом участке, особенно северном. Тут никаких вопросов у меня нет. Кишмиш 342 или венгерский. Опять же, это виноград, который есть и будет на моем участке, но и тут преимуществ у него целая куча. Конечно же, во-первых, это один из самых ранних сортов, ну, мускат красный сверхранний, и он в одно время созревает самыми первыми на нашем участке. Конечно же, как кишмиш для детей, он просто исчезает в момент своего созревания практически мгновенно. Стабильная урожайность. Вопрос даже с опылением никогда не стоит, тут вопрос больше с переопылением. Нужно прореживать гроздь, чтобы ягодки были покрупнее. Лоза вызревает всегда стабильно, зимой всегда хорошо, несмотря на свою силу, большую рост. Но ставит ему в недостаток то, что у него иногда бывает не то чтобы рудименты, но иногда бывают настоящие полноценные косточки. Опять же, какие кишмиши такую проблему не имеют. Большинство все-таки имеет либо рудименты, либо косточки. Такая проблема существует с кишмишами. Опять же, можно сказать в недостаток, что у него достаточно мелкая ягодка, но мы вот этих вот недостатков особо не видим. И это для нас не проблема. Если для вас это не проблема, то это отличный, замечательный, очень ранний кишмиш. Кадрянка. Вот не знаю уж за что, но очень давно я слышу про нее очень много всяких негативных высказываний. Особенно, что она плохо опыляется. Но вот я выращиваю кадрянку в теплице, и у нас действительно иногда бывают проблемы с опылением. Но это тот сорт, который ни разу плохо не опылился. Но, по крайней мере, хуже других она ни разу не опылялась. А, как правило, всегда отличное, замечательное опыление. И, конечно же, это стабильный сорт. Буквально только окрасилась, и через недельку, через полторы уже готово. В отличие от многих темноягодных сортов, которые очень рано окрашиваются, но вот кондиции набирают свои очень долго. Опять же, это абсолютно классический виноград, и с ним никаких проблем особых я вообще не встречаю. Она есть и будет на нашем участке. Отличный, замечательный, проверенный годами, стабильный. Почему нет? Однозначно. Ласточка. Это, скажем так, относительная, казалось бы, новинка, но уже тоже проверено годами, показала свою стабильность, и каких-то вот у нее особых недостатков я вообще за все время, пока она у нас выращивается, не нашел. Но какие у нее есть явные конкретные плюсы? Во-первых, это очень сильный темноягодный мускат. На моем участке это однозначно сильнейший мускат из всех, которые существуют. То есть неповторимый сильный вкус. Это одна из причин, почему я в первую очередь съедаю. Это ранний сорт, созревает достаточно рано и точно так же рано исчезает. Очень уж вкусная. Сила роста у нее хорошая. Лоза вызревает, тем не менее, отлично. Зимует хорошо. Каждый год стабильно. Это гибридная форма, однозначно в моих любимчиках. И уж точно она никуда не уйдет. Лора или Флора. Я считаю, это тоже классический виноград. И почему про нее забыли, для меня большой-большой вопрос. Во-первых, конечно же, у нее хрустящая мякоть, как раз именно то, что я люблю. Поэтому одна из причин, почему она никогда не исчезнет с нашего участка, это именно эта характеристика. Она не имеет такой большой силы роста, что для теплицы, опять же, тоже плюс. Но урожайность у нее колоссальная. Тут однозначно нужна нормировка, потому что сила роста небольшая, а грозди она может выдать и килограммовые, и полуторакилограммовые, и даже, наверное, рекорд у нас был в 2 килограмма. Но этого допускать ни в коем случае нельзя. Все-таки мы живем в северных условиях. Нужно нормировать, обязательно подрезать грозди. Нужно следить за ее урожайностью. Если будет перегруз, то лоза не вызревает, но это как у всего виноградника. И, конечно же, свойства ягоды
ее вот хрустящесть, она теряется. Ягода становится как кашица, рыхлая. Но этого ни в коем случае допускать нельзя. Единственный недостаток, который я видел в свое время, это то, что у нее женский тип соцветия. То есть для теплицы это не всегда хорошо. Пока у меня мало было кишмишных сортов теплицы, пыление было достаточно плохое. И это нужно признать. Но эту проблему я достаточно быстро решил с помощью гиберлина. Я, конечно, в чистом виде гиберлин не использую. Но зависть, буквально пройти там 5 минут, потратить раствор завязи, макнуть соцветие, для меня это не особая проблема. А результат потом получается гарантированный. Сейчас уже, конечно, и кишмишей хватает, но чтобы не мучиться, чтобы все-таки не было вот такой вот неизвестности, завязью я до сих пор работаю, и она всегда из года в год себя показывает стабильно. Маша, опять же, относительная новинка. Но эта гибридная форма сразу же меня поразила. Вот если вы знаете память учителя, про которую мы будем немножко позже говорить, то именно Маша это вот очень похожий виноград. Но в отличие от памяти учителя, здесь еще существует очень приятный, вкусный аромат. Мускатный. И из-за этого она однозначно на порядок круче памяти учителя. Тут же, опять же, она попала сразу же в классические характеристики. То есть у нее стабильная урожайность, крупные грозди, крупные ягоды. Если не перегружать, достаточно быстро вызревает лоза, стабильно зимует. Но все при ней, скажем так, каких-то явных недостатков я у нее пока не увидел. Однозначно суперский виноград. И его, ну, всем рекомендую. Эта вещь. Мускат красный сверхранний. Это, опять же, один из моих любимчиков, потому что он созревает самым первым. Дети его просто-напросто обожают. Не только за то, что он самый первый, а и за то, что у него еще есть своеобразный такой мускатный привкус. Чем-то он напоминает мне лист смородины. Причем он появился на нашем участке одним из самых первых, и никуда его убирать, конечно же, не собираюсь. Он стабильный, урожайный. Никаких проблем с ним особо вообще я никогда не встречал. У него отлично вызревает лоза, даже если сделал какие-то ошибки, он всегда тебе все прощает, всегда будет с урожаем. Плодоносные у него самые первые почки, но ни разу такого не было, даже в самые плохие года, чтобы он нас не порадовал урожаем. Конечно, к недостаткам его относят то, что у него достаточно мелкая ягода, небольшие грозди, но, пожалуйста, опять же, не перегружайте куст, ягода будет крупнее, а две грозди на побег, и в районе килограмма вы будете с побега четко, стабильно получать. Я его однозначно рекомендую для начинающих виноградарей. Это вот прям вот 100% надо иметь. Ну а профессионалы его и так никуда не уберут. Потому что стабильно, хорошо, беспроблемно это должно быть. Памяти учителя. Но это уже, опять же, гибридная форма, которая заняла классическую позицию, классическую нишу. И однозначно она должна быть на каждом участке. Тут, конечно, и цвет, и хрустящая мякоть, и вкус, и сроки созревания относительно ранние. Все это при нем. Ничего плохого про него сказать не могу. Одни лишь только положительные эмоции. Ромбик. Это, опять же, рекордсмен по скорости созревания. Он второй-третий на нашем участке созревает, поэтому однозначно он должен быть. При этом ягода у него достаточно крупная. Очень мало ультраранних сортов, у которых ягода достигает таких размеров. К тому же, синий цвет, интересная форма ромба. Мало кто говорит, но у нас ромбик с легким мускатом. Не каждая ягода, не каждая гроздь, он по времени созревания ягоды может уходить, он недолгий, он вот только на начальной стадии. Однозначно стабильный, однозначно хорошо у него вызревает лоза, зимует замечательно, всегда урожайный. Но как раз именно вопрос урожайности все ему ставят в минус. Действительно, нужно признать тот факт, что он не каждый год хорошо опыляется. Есть у него с этим делом проблемы. Но если все же он опылился, то это будет замечательный урожай. Говорят, что у него маленькая гроздь. И это, опять же, действительно так. Небольшая, пусть она там грамм 300-400, может быть даже 500. Но, пожалуйста, две грозди на побег и, опять же, тот же самый килограмм у вас есть. Никаких проблем я особо тут не вижу. Как один из ультраранних сортов с крупной, синей, интересной ягодой, я считаю, он есть и будет на нашем участке. Рэмбо тоже, опять же, относительная новинка, но это однозначный отсыл и схожесть его с преображениями или юбилейным новочеркасским. Только с черным или темно-синим окрасом. Это именно то. Все плюсы вышеуказанных сортов он имеет, но плюс ко всему, у него плотная хрустящая мякоть, что опять же очень мной ценится. И срок созревания у него, в отличие от преображения или там Виктора, гораздо раньше.
появился на нашем участке и сразу же стабильно занял свою нишу и точно уже никуда не уйдет. Однозначно, если бы было место, посадил бы 2, может быть и 3 куста. Талисман или Кеша 1. Опять же, старый классический виноград, на основе которых, ну, большинство современных гибридных форм как раз и было выведено. Это прародитель огромного числа новинок. И опять же, хоть он и стал родителем всех новинок, почему-то про него вот незаслуженно забыли. Да, нужно отметить, для северных условий у него срок созревания это ранний-средний. Это именно самое вкусная последняя ягодка. К тому же он достаточно неплохо первое время хранится. Есть, конечно, у него недостаток. Это женский тип соцветия. И первое время, когда у нас было достаточно мало кишмишей, действительно с этим проблема была. И опять же, пользуясь гиберлином, это не решало проблему. Действительно, опыление тогда хорошее, но ягода при этом сразу же становилась гораздо мельче. А нормальная ягода у него, когда нет перегруза, это хороший теннисный мячик. И, конечно же, вот этих характеристик мы сразу же лишались. Но сейчас появились кишмиши, опыление замечательно. И самое главное, что я заметил, он любит длинную обрезку. Первые почки у него плодоносные, но там грозди не очень большие. Хотя ягода, опять же, теннисный мячик. Там грамм может быть 300-400, а вот на дальних гроздях, 5, 6 и даже дальше, которые почки находятся на плодовой стрелке, там грозди килограмм с такими вот шарами, это просто нормальное явление, а бывает и гораздо больше. Чарли, это тоже, опять же, классика, стабильная, которая вне зависимости от каких-либо нибудь условий, плодоносная с первых почек, всегда с урожаем. Вот он, как и Аркадия, как и память учителя, мускат красный сверхранний, это именно тот виноград, который всегда, даже если лоза полностью практически потеряна, есть одна почечка, все, урожай вы получите. Пусть не шикарный, но вы будете с ягодой, все равно он вас не бросит. Это палочка-выручалочка. Лоза вызревает замечательно, сила роста хорошая, зимой это хорошо. Есть, конечно, у него проблема, опять же, он, наверное, больше, чем другие сорта, склонен к треску. Если начинаются в августе прямо вот заливные дожди, льют день и ночь целую неделю, он может сильно треснуть. Но, опять же, поддерживая влажную почву в этот период, мы от такого кардинального треска, который был раньше, давным-давно ушли. Также ему в недостаток ставят то, что у него вкус с посленовым привкусом. На самом деле, посленовый привкус при начальной стадии созревания у него есть. Он очень рано окрашивается, но ягода очень долго держит кислоту. Почему его тоже не особо любят? Кажется, что вот, ну, он окрасился и созрел он практически через месяц. Не всем это нравится, но мы эту его особенность знаем. И тот факт, что у него, опять же, какие-то вот немножко посленовые нотки, он у нас не рано созревает, в серединке, даже ближе к концу. И когда уже наешься и мускатов, и гармоний, его вот этот вот непревзойденный вкус особенный. Он ни на кого не похож однозначно. Он прям вот заходит на ура. И даже вот эта его замечательная кислинка в тот период играет именно свою роль. Именно из-за этого мы его и ценим, и любим. И никуда он с нашего участка не денется. Кишмиш Юпитер. Ну, про эту вкусняшку я даже не знаю. В каждом ролике говорю, каждый ролик ему пою дифирамбы. И, наверное, это именно тот виноград, когда я это буду делать всегда. Это однозначно номер один на нашем участке. Вкус у него просто такой неописуемый, непередаваемый, вкуснящая, настоящая конфетка. Раз попробовал, и все. Основная проблема с кишмишом Юпитером, что он исчезает быстрее, чем созревает. Однозначно, любимец в нашей семье номер один. Каких-то проблем с его выращиванием абсолютно нет. Единственное, что ему ставит недостаток, что у него достаточно маленькие грозди и ягодка не крупная. Действительно, все это так. Грозди у него где-то вообще средние, может быть, грамм 200-300, но соцветие на побеге выкидывается до 4 штук. И как раз именно, чтобы ягода своевременно созрела, чтобы она была покрупнее, нужно его навермировать. Нельзя оставлять на нем все, что завязалось. Две грозди на побег и, ну пусть там грамм 700-600 вы будете иметь. И ягодка тогда будет покрупнее, и созреет своевременно. И вкус будет именно тот, юпитерский, за который его все любят. Сила роста, в отличие от многих кишмишей, у него не супер большая. У него нормальная, умеренная сила роста. И его вполне можно контролировать. Лоза вызревает замечательно, зимует хорошо. Для наших условий посадил бы, вот честно, наверное, целый ряд и ел бы один Юпитер. Но нет такой возможности. Есть один куст, но уже думаю, как вот ему выкроить хотя бы еще одно местечко. Потому что, ну, очень-очень он мне нравится. Итак, надеюсь, мой обзор вам был полезен.
И несмотря на то, что в нем достаточно много именно старых проверенных сортов, я от них избавляться не собираюсь. И вам того же не советую. Вот эти сорта, как основу, обязательно нужно иметь на своем участке. Конечно, новинки это все хорошо, но вот они из года в год стабильны, урожайны. И всегда, даже вне зависимости от того, какие происшествия произошли, всегда мы с урожаем. Ну а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видеоролик. Успехов вам и до новых встреч!